С 1 по 2 марта грандиозный медиафорум «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Студенты из 80 вузов страны примут участие в мастер-классах от гуру в области медиа, из РИА Новости, МГУ, Высшей школы экономики Москва, Казанского федерального университета. Организаторы мероприятия — телеканал «Универ ТВ», Международная ассоциация студенческого телевидения, Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета и Росмолодежь. 1 и 2 марта медиафорум «Студенчество и вызовы цифровой эпохи». Актовый зал на улице Бутырова, 4. Вход свободный.